Этот случай произошел в конце апреля в селе Майма Республики Алтай. В один из выходных дней местная жительница Кристина прогуливалась со своим 4-летним сыном Данилой возле своего дома. По словам женщины, она отвлеклась и вдруг услышала детский крик. Подбежавший к ней соседский мальчишка сказал, что ее сын упал в канализационный люк. Они с мужем бросились на помощь. Отец прыгнул в 4-метровый колодец, который почти наполовину был заполнен водой. Подняв малыша на руки, он попытался удержать его на поверхности. Женщина поняла, что самостоятельно выбраться из ловушки ее близкие не могут, и побежала за помощью. Сотрудник дежурной части отдельной роты ДПС Виталий Марыгин живет с ними по соседству и в тот момент был дома. Действия полицейского были молниеносными. Схватив автомобильный трос, старший лейтенант полиции побежал к месту происшествия. Он закрепил веревку за колодезное кольцо и спустился по ней вниз. Сначала вытащил насквозь промокшего 4-летнего Данилу, а затем помог выбраться и папе ребенка. Данила несколько дней пролежал с мамой в больнице, однако женщина не унывает и признается, что главное, что ее сын остался жив. Эта история так бы осталась никому неизвестной, если бы Кристина не решила выразить благодарность полицейскому за спасение своих родных. В письме, которое она направила в адрес руководства МВД по Республике Алтай, она отмечает оперативные и профессиональные действия Виталия Марыгина, благодаря которым удалось избежать трагедии, и просит поощрить его за помощь, оказанную ее семье.